решил запилить такой обзорчик, что так совпало, и дочка тут живет. И тут рядом Пискаревское кладбище, куда мы после присяги ходили. Вот проспект Науки, дом. Это рядом станция метро Академическая. Иду сейчас на Пискаревское кладбище. Дворами тут близко. Уже зелень, кругом лето. Ветер какой сегодня. Вот этот дом, где мы живем, получается, и вот эта вот аллея, она пошла прямо до Пискаревского кладбища. Пискаревское кладбище вот получается вот здесь вот у нас. Немного слева. Можно по этой аллее пройти. Можно и туда. Сегодня такой прохладненький ветерок, но приятно, нет жары той, которая была вчера. Ужасная жара была вчера. Потом дождь. Получается, совсем рядом вот дом. А вон и мать уже это стоит, это как его, женщина с венком, Пискарев, она видна. Даже думаю, по какой лучше пойти. Можно справа идти, можно слева идти. Пойду слева. Все в пошаговой доступности. Классно тут парк. Такой красивый, зеленый. Ну, Питер есть Питер. Ну, сколько тут идти? Я не знаю, даже, наверное, и километра нет. Может, километр есть. Километр от дома. Тут уже забор, там есть центральные ворота. Тут, которые вот гуляют, они обычно под забором, дыра. Все под забором лазят. Экономят время в пути. Обходить до центрального входа — это очень далеко, это вот там по той дороге, потом выходить на улицу. Я-то тут уже как местный. Вот тут мангальчики отдыхают. Парковая зона. Вот подошел я сюда. Вот под калиткой, вот под этой все лазят. Пока никого нет, наверное, пролезу и я. Неохота обходить. Обходить тут очень-очень-очень-очень долго. Полезем. Все, пролез я. И вот я уже на кладбище. Сегодня, по-моему, пятница. Зайдем с той стороны сейчас. Где мы? Принимали присягу. От станции метро Академическая мы шли пешком, строем до сюда. Тут недалеко. Помню, жара была
все в кителях, вспотели. Такой обзор по Пискаревскому кладбищу сделаю сейчас. Здесь играет музыка. Вот перед этой стеллой. По-моему, это было 15 мая. Сегодня 19. Никого. Какие тюльпаны красивые. Постоянно ухаживают, постоянно вот косят траву, обрабатывают. Сейчас весна, и скоро будет еще красивее. Потому что вырастут вон на тех клумбах розы. Здесь уже тоже розочки начинают расти. Ностальгия по службе нашей молодости. Ну, выйду я не к дому, пойду выйду через центральный, чтобы снять обзор, показать. Памятные склепы. Все ухожено, чисто. Здесь как не придут, постоянно убирают, убирают, убирают. Вроде и мусорит, никто не мусорит. Очень все ухожено. Душа радуется. Идем к центральному выходу. Вечному огню. С правой стороны там одиночные могилы, кто погиб, защищает город.
одиночный. Не хочется длинной-то, но я думаю, кому интересно, с удовольствием посмотрит обзор, как здесь. Потому что не всегда все показывают по телевизору там или... Лебеди плавают. Здесь могилы, тоже братские могилы, тут кого нашли. Просто очень много. Просто очень много захороненных людей. Вот что нам принес фашизм. А некоторые безмозглые его пытаются возродить. Вот сюда надо их почаще таскать и показывать, к чему это приводит, к каким последствиям. Кто хочет быть властелином мира и править всеми. Каждый человек хочет жить так, как ему хочется. Под чьим-то управлением Гитлера или Америки, как сейчас. Ну, Украина выбрала другой путь. Управлением Америки. Ну и флаг в руку. Там в конце такие старые могилы, не знаю, сколько им лет, но очень старый, там прямо из могилы, такие прямо из могилы, такое здоровое дерево растет. Сейчас попробую заснять это. Ну, до войны, наверное, было какое-то кладбище. Здесь вот, наверное, все, что осталось от старого кладбища. Еще вот такие вот. Погибли от руки убийца. 47-й начался. Древний. Вот из могилы прям дерево растет. Такие уже, но кто-то еще до сих пор ходит. Не пойду туда дальше, потому что там жутковато все это. Так, коротенький обзорчик разнообразия сделал, соответственно, захоронение в соответствии с пунктом правительства. Состояние. Ну вот тут, собственно, как бы их и убирать не убирают, и
Не знаю. И ухаживать уже никто не ухаживает. Может, все поумирали родственники. Так что все хранится. Никто ничего не мародерствует, не вырывает, не выдирает. Люди ходят. Это древние уже, наверное, вот эти вот с войны детские. Такие. Это тоже. Надо посмотреть там, что за обелиск. К нему пойдем, сходим, что там за стелла. Сейчас почитаем, кому это поставлено стелла. А на ней ничего не написано. А, не написано. Память о бойцах-командирах, политработник героически погиб в боях с белофинами за безопасность северо-западной границы Северного Союза и города Ленина, вечно будет жить наше сердце. Белофины еще были, оказывается, у нас. Вот такой коротенький обзорчик. Вот участок 10, например, там. Участок 19, 20, их тут участков этих, вот, кого нашли, это здесь погребены братские могилы. Пойдем потихоньку на выход. Вроде бы как краткий обзор сделал. Показал все. Можно выйти по этой аллее тоже. Тоже центральный выход. Прошел я через всю Пискаревку. И выхожу там, где заходят все нормальные люди. Дом виден отсюда.
по улице тебя вином. Сирень зацветает, запах такой классный. Музей павильон. Каштанчики. От трассы. Ну и вот этой дорогой я возвращаюсь домой. Вышел я вот по этой же аллее. Кто бы мог подумать, что 37 лет через 37 лет назад, через 37 лет вернее, я тут буду рядом жить. Ровно 37 лет назад мы принимали присягу, тоже в мае. И вот теперь я снова здесь. Ну все, пока. Приятного просмотра. Скину в группу, может кто вспомнит.